Спросили как-то паренька на площади в Москве: «Как ты относишься к украинской войне?» Сказал, не думая, сынок: «Россия победит, и если нужно, то и он охотно побежит». Пришел домой, спросила мать: «Куда рюкзак собрал?» «Я, мама, еду на войну России помогать». Задумалась седая мать: «Послушай-ка, сынок, ты вырос у меня большим, но как придумать мог? Кого собрался убивать, а главное, за что? Не заставляй меня страдать, а главное, не в том. Коль ты собрался убивать, сначала мать убей, ведь ты же знаешь, что и я украинских кровей». «Соседа застрели, сынок, ведь тоже он хохол, и девочку свою убей, с которой в школу шел. Мы все, куда ни посмотри, смешались по крови, ведь жили вместе столько лет, а вот теперь иди». Забросив в уголок рюкзак, сынок вернулся в дом, смахнув рукой слезу с лица. Проснулся разум в нем. Вот если б каждая из нас учила сыновей, то главным стал бы не приказ, а слово матерей.